22, 5 месяцами, 100, 3, 4, 1, 5. Мари балетон ондиклыкша. Нина Юдервеза влак чолга, чатката, дашкем кучен мошташ улат. Анда колик и Йошкар-Оласа Бауманский лице пилен, паланта лимеш тывра да самыкташ колледжан хореографии самыкташан пилкажа пашамышта. Тида пагаташта ташта шагал огыл мастар да уста артист влак шуаралданат. Лиза Кузнецова та школа штунымаш кугу кумылдена толын. Ведь шкежапышта же сценышта балет артистам ужан да курымешлан йӧратен шынден. Шкежат нунын гай мотор да чолга лияш кумылаҥын. Я училась в школе искусств Чайковского на хореографическом отделении. Сразу полюбила балет. Мне он был близок по душе. Я любила выходить на сцену, проявлять себя как-то, и очень нравилось. Я здесь научилась, наверное, более быть с коллективом более близкой. Научилась, также развела свои физические данные более сильно. Но впереди еще очень много работы. Будем стараться. Вичиште нине ӱдырвезе-влак шуко молан тунемыныт, шке капкылыштым шоренат да мастарлыкыштым пеҥгыдемденыт. Ик гана веле огыл шке талантышт дене тӱрлӧ куштымаш фестиваль да конкурслаште ойыртемалтыныт. Мне всегда хотелось попробовать что-то новое, интересное. И меня заинтересовал балет. Я захотел получить профессию артиста балета. А ынде нуно колледжыш тунемаш куснат. Тидын дене моштымыштым да пӱртӱсым пуымо талантыштым шуарат. Балет дене занималтыше йоча-влак дене пашам профессионал-артист-влак ыштат. Мы мечтали о том, чтобы прекраснейшее искусство балета стало в нашей республике реальностью, реальностью, которая действительно украсит мир и сделает его лучше. И оглядываясь на этот период, приходится, ну, наверное, с восторгом говорить, как это здорово, что нашлись люди, которые нам поверили и в руководстве республики, и в тех обстоятельствах, когда родители стали доверять детям со всей республики, ведь здесь учатся дети не только из города Йошкар-Олы. И когда начались первые выступления, это был такой восторг, это было чувство по-настоящему великого, нужного дела. Тачысе кечын Мари балет самыкташын кӱкшытшым ончыкта, а тудын артистше-влак республикан шке шотан визитный карточкыжо улыт. Нуным калык пала да йӧрата. Кызыт балет артист-влакым Мари ялыштак ончен куштат. Тидыже республикан тӱвра аланжым вияҥдаш моткоч кугу полышым пуа. Говоря сегодня о Марийском балете, мы говорим о том, что у Марийского балета есть перспектива, у Марийского балета есть будущее. А будущее складывается от того, что у нас есть хорошая плотная база. А база – это образование. И то, что мы 21 год назад создали отделение хореографического искусства, колледж культуры и искусства имени Палантая, лицей Бауманский, это, конечно, уникальный, по сути, получился у нас такой учебный механизм, который аналогов Российской Федерации не имеет. И так успешно, как мы сотрудничаем колледж и школа, лицей, такого, конечно, нигде нет. Балет артист лаком туныкташ нейлы сомыл. Санден та паша икмыняр ежен ден эрта. Мариялышты титлан чыла кӱлеш йӧнула. Эн ончыч икшыве-влак Бауман лице пелен шуаралтыт. Вара шке мастарлыкыштым тӱвра да самыктыш колледжыште вияҥдат, а мучаште Маргушто кӱшыл шинчымашым налыт. У нас сегодня вся труппа состоит, практически вся труппа состоит из наших выпускников нашей школы. Это тоже очень важно, это определенный стиль, это определенный почерк, потому что все заканчивают одно учебное заведение. В нашей школе сегодня постоянно пополнение идет. Вот в этом году у нас идет набор, и мы приглашаем всех мальчиков, девочек, да, которые хотят разделить свою жизнь балетом. Конечно, призываю родителей прежде всего, потому что родители сегодня принимают эти решения вместе с детьми. У ребят есть перспектива. Перспектива, она видна, о ней даже можно не рассказывать, потому что балет на виду. Мы видим его развитие, мы видим, что сегодня у нас высшая ступень образования. Кызыт Бауман лицей тунемше-влакым балетный школыш пугаш тӱҥалын. Тушко логалаш кумылан-влак шке шотан экзаменым кучышаш улыт. Многие навыки они приобретают здесь. Есть, конечно, комплекс природных задатков, на которые смотрят специалисты и определяют, насколько ребенок сможет познавать и погружаться в это сложное искусство с большим-большим элементом трудолюбия. Но, наверное, без чего нельзя. Это без мотивации, без желания делать это важное дело. Ну и, конечно, нужны хорошие мозги, хорошая голова, потому что ведь искусство балета – это постоянная связь интеллекта и эмоций.
И вот когда эта связь взаимо проникает, то получается очень высокий результат. Мутомаше, штени и камшагана Мариелышта, педагогика балета Люман направление дай нашу орал Чуйдервезова к дипломам наланат. Кандаш артист Эрик Сапаев лимеш опереда балет театр кыч, да кокотон чуваши гыч куштумаш дайна кюшил шинчимашам наланат. Казат Наталья Соколова шке илышыжам сцена дайш пусна огешуш. Юдер эше колледжышты тунемыш годамак опереда балет театрыш пашамыш таштолан. Но тидын дену туды шугала шонен огыл, санену вузыш тунемаш пурен, да мастарлыкшым эше отчет пингадемден. У артистов балета бывает так, что мы уже мало обращаем внимание на технику. И как раз, когда мы по новой в это окунулись, мы увидели все изначально, с первого класса, все это начали изучать, все по новой. Можно сказать, я что-то открыла для себя новое за эти 5 лет. И это мне помогает в моей творческой профессии. Мне очень было с ними интересно работать, несмотря на то, что кого-то я, например, Наталья Соколова, она является моей ученицей, Марина Николаева, я их выпускала в отделении хореографического искусства, и сейчас я их выпускаю снова уже как педагогов. Я знала, что они имеют определенный багаж знаний, но у нас специфика в том, что, допустим, я прошу их сочинить комбинации, мне было интересно посмотреть их мышление, составление, комбинации. И я была очень сильно удивлена и в приятном смысле, как они мыслят, им сделать какое-нибудь замечание, как они схватывают этот материал, берут его. Это было очень интересно и познавательно, даже для меня. Пытарташ ила, что Мариел, что балетна школа вакан кюкшита, что мнелташ ятар паша шталтеш. Кала сама анчила жена, чки лектеш жула. Таги мимна кундымышта, шке видай на ямдалма артист вакулат. Ну, на республика со опер да балет театран трупы жим вянгдат. Да постановка вакам, еше унгайракам штат.